Ты любишь Одессию? Встал! Быстро встал! В смысле? Встал! Ты экстремизм что? Любишь? Одессию? Нет. Встал! Встал быстро! Что сейчас произошло? Совсем недавно, в марте, на каникулах, как раз, по-моему, это были каникулы, у нас был митинг. Ты чего улыбаешься? Я догадалась, что ты там есть. Ну и я что? Догадалась, что там есть. А ничего хорошего нет в этом. А почему? А вот ты сейчас увидишь, ты просто сейчас увидишь. А я смотрел. Тебе нравится просто, когда все вместе, да? Что? Тебе нравится, когда все вместе, когда ты во внимании, да? Нет, я просто против коррупции в нашей стране. Так против коррупции в нашей стране нужно методами другими, а не разлагать страну. Это не разложение страны. Конечно, нет. Когда люди высказывают свою позицию цивилизованно, не призывая на агрессию. А никто не призывал на агрессию. Я сейчас покажу вам фильм, больше ничего говорить не буду. Если ты не хочешь смотреть, закрой свой рот и отвернись. Но не мешай другим, понял меня? Я не слышу ответа. Я не слышу ответа. Так, директор, марш отсюда. Марш отсюда к директору. Встал быстро. Ты зачем мешаешь смотреть фильм? Я просто сказал. А не надо просто, надо смотреть молча. Тебе нравится, когда с тобой так разговаривают? Я с тобой так разговариваю, получаю удовольствие. Отвернись и смотри молча. Что у меня сейчас тронули? Чтобы принял какое-то решение, либо не трогал, либо сидел спокойно. Ясно?